День деревни – особый праздник, потому что дает возможность прочувствовать особую связь с родным краем. В субботу он состоялся в деревне Гребнево. Для гостей организовали детскую анимацию, фестиваль красок, фотозоны в стиле ретро, концертную программу, ярмарку, мастер-классы, розыгрыши призов и многое другое. Это семейный праздник, который все любят, ждут и обязательно нас спрашивают, когда же он повторится заново. Мы стараемся обновить наши фотозоны, пригласить почетных гостей. Для жителей интерактивные площадки, спортивные, аттракционы работают. Ну и, конечно, все с нетерпением ждут торжественного открытия, а также кавер-группу и праздничный салют. История деревни насчитывает 5 веков. Впервые Гребнево упоминается в пестовых книгах XVI века. В знаменитой Гребневской усадьбе в разные годы жили князья Трубецкие, Голицыны, Бибиковы, а поэт Державин воспел в стихах «Гребневский ключ». Культурные традиции живы и сегодня. Праздники у нас всегда желанные. Деревни наши очень хорошие, у нас красивые усадьбы. Так что есть что посмотреть. И праздники мы всегда ждем наши. В концертной программе приняли участие творческие коллективы Центра культуры и досуга Гребнево и приглашенные гости. Жители и гости деревни отметили этот день ярко, красочно, громко и весело. Мария Синина, Владислав Реус, Щелковское телевидение.